Фира. Нечестно. Почему нечестно? Ну, блин. Понятно. Все. Короче, блин, я спать пойду, наверное. Нечестно. Давай, спокойной ночи. А, нет, я наебал. Я пойду аниме посмотрю. Понятно. Приятного просмотра. Спасибо. Короче, приятной игры. Я спать пойду, наверное. Нечестно. Давай. Спокойной ночи. А, нет, я наебал. Я пойду аниме посмотрю. Понятно. Приятного просмотра. Он вышел уже. Спокойной ночи. Зайди на трансляцию, посмотри, как там звук. Нормальный, нормальный. Спокойной ночи. Кстати, он громче нас всех говорит. Ну, ладно. Его громче всех слышно. Потому что, типа, у него... Просто он в Дискорде громче всех был. То есть, сейчас лучше, чем когда раньше было? Нет, нет, нет. В смысле, так же плохо вас слышно? Так же плохо нас слышно. Типа, тихо. Угу. Сейчас стоять, молчать, прочекаю. Нет. В смысле, так же плохо вас слышно? Так же плохо нас слышно. Типа, тихо. Угу. Сейчас стоять, молчать, прочекаю. Блин, ну я не знаю. Сейчас, подожди, я прямо вот сейчас добавлю еще фильтр на усиление. Вот просто тут я не знаю. Слышь, ты... Я тоже хочу меч поделать. Что поделать? Меч. Да, сейчас я сделаю. Сколько их нужно, чтобы сделать шарпнес 5? 2, 4. 4, 8. 16, 32. 16. 16 всего 4, нет? Ребят. Зайдите, вот послушайте, я не верю, что голос. Аня, скажи что-нибудь сейчас и пойди там послушай. Ну. Я ебал Диму. О, я закрыл. Сказать-то могу, где стрима, контр... вот как нажать это... в эфире. Как вернуть вкладку, которую закрыл? Ctrl-Shift-T. Ctrl-Shift-T. Вася, не остри. Все крутится. Просто, ну, попробую, я не знаю, даже на максимум выкрутить, потому что... Чё-то не загружает. Ну да, в эфире. Чё-то не загружает. По требованию владельца, это, видимо, слышишь, нормально, не да, воспроизводится нормально. На других сайтах. Чё? Нормально. Посмотреть на YouTube. Нормально. То есть, ну, можно смотреть, можно слушать, да, типа, можно, слышно всех. Все слышно. А, так это видео, где стрим? Как, в смысле, стрим на стрим? Ну, стрим. Стрим вот. Стримится. Все, включено. Вот, послушай, то есть, меня, там, то, что Слава говорил. Ну да, сейчас гораздо лучше, чем было. Нормально. То есть, ну, где алмазы? Ты на максималку сейчас выкрутила звук? Да. Ну ладно, короче, даже так, пусть, ладно, фиг с ним. Ну нормально, говорю. Дима, ты все алмазы профукал. Чего? Да я взяла алмазы, блин. Ты хочешь сказать, что все алмазы сейчас находятся на тебе? Которые у нас были, да. С чего ты взяла? Нет, ну я стак, два стака забрал, как бы. Но это другой вопрос, это вообще. А, точно, у нас же внизу еще есть сундук. Да, я пойду посмотрю, где... Е! Да за мной беги. Вот здесь. Так. Я заберу, да? Где? Поздно, брат. Все забрано. Так. Надо еще раз ссылочку людям кинуть в беседу. Угу. Ты зашел. А? Да, он же зашел. Пришел. А нет, если я кину, то это Габелла будет. Сюда. Сколько время? Вот около 11. Я кушать хочу. И покушай. Вы не уйдете? Я нет, я только пришел, ты че? Сейчас, да. Че, ничего не слышно. Тупо дебил. Скажи Ане, чтобы она мне меч сделала, Дим, иди сюда. В смысле, скажи Ане. Скажу Ане, подождите. Пошла. Ты здесь? Можешь подойти? Пожалуйста. Я в этом, в качалке. А, ты в качалке? О, за что? Больно-то? За что? Просто смешно. За что? Все, не бей, прости, пожалуйста, прости. Ой, оно, а почему оно не так не делается? О, пришел, зашел. Откуда у вас все это? Вы что, конченые, что ли? А мы тут толпу такого наубивали. Особенно там был один чувак, который там челик, тоже... да, он фулл инвентарь нам приносил тут. Да, два раза подряд. Он, короче, брал,
хилился и пытался, типа, одеваться в то время, пока мы его убьем. И в итоге у него тупо лут ломался, и он дох. А, неплохо чел делает, конечно. Ну, он такой отсталый какой-то. Там у него создатель или что-то такое было. Создатель. У нас, в общем, изначально было этот вот лут сделанный, потом только два сета. Ну, или три, может быть, и все, а потом уже выпили. Три было. Аня. Как у тебя на диске жестком свободного места сейчас? Сейчас проверю. Сейчас 50 гигабайт. А, ладно. Ну, я его могу почистить, если что. Там так-то очень много всего. Я просто хотел сказать, что ты видосы, ты когда OBS, если будешь видос записывать, именно видос, да, не трансу, возьми, поставь, что это такое? У меня на парку. Почему меня на парку кидает иногда? Что это такое? Потому что когда на паркур заходишь, на табличку надо нажать выйти. Ты не нажал табличку. If. Пропиши варп ПК. Выбери первый. Так, сейчас. Я не вижу его. Ладно, я просто ПК напишу. Первый, да? Да, ну, и ну. Там вот табличка прям справа. А, на нее нажать надо, да? А, ясно. Лив. Вот, смотри, короче. Я резцы в сундук наверху. Ну, я скажу просто, я сейчас. Я резцы в сундук скинул наверху для этого, для меча. Если сможешь сделать, пожалуйста. Я левел коплю, да. Все, я ушел. Не убивай, приятного аппетита, пожалуйста. Спасибо. Да, приятного аппетита. Спасибо. Гриш, тоже спасибо, да, что можешь писать, но ты не успеешь. А, его нет. Блин. Ладно, все, я пошел. Так, что там про ОБС было? Так, вот, смотри, откроешь ОБС, и там вот, там где, я не помню где, но там где настройки можно было простые и расширенные вот эти сделать, помнишь? Ну, где, либо это вещание было, либо вывод, я не помню уже. Помнишь? Да-да, расширенные. Вот, там где-то есть либо в выводе, ой, либо в вещании, либо, да, в выводе, ну, что-то в этом духе. Вот, либо в той вкладке, либо в этой. И там можно поставить простые настройки и расширенные. И в расширенных, короче, на запись поставь битрейт. Сейчас я открою свои настройки. То есть битрейт можешь ставить на 60 тысяч. И вообще качество прям прекрасное. И вот будет еще лучше. То есть у меня на записи написано именно сейчас 30, потому что из-за места. Но выглядит оно практически то же самое, как и на 60. То есть разница на самом деле не колоссальная. Но, то есть... 60к берешь, и все, и прекрасно. Ну и при этом управление битрейтом, чтобы у тебя стояло CBR постоянное. Вот. Оно, наверное, по умолчанию там стоит, скорее всего. Вот. Ну просто я что-то помню, меняла, как бы особо в качестве различий не видела, но там место должно видео больше занимать. Да, ну так да, ну да, ну так и будет. Ну, я поэтому и спросил, типа, сколько места у тебя на диске? Вот, но именно я просто. Снимал... Не, ну это если на этом диске, то 194 там гигабайт. Ага. Ну вот. Просто я когда записывал, вот до этого видоса я не понимал, я то есть вроде менял там битрейт, там условно на 1000 больше, на 2, и что-то как-то ничего. То есть качество лучше не становилось. А потом, что-то я посмотрел видос, и чел, короче, смотрю, у него стоит битрейт, то есть там не 10 тысяч, не 8, там, а у него 60к стоит. Я такой, ну так, ну ладно, возьму, поставлю, и картинка просто, типа, вот прям моментально она просто full HD, сказать так. Вот, так что, если будешь видос записывать, то ставь там 60, 40, 50, ну, вообще, да. Вот, но, соответственно, будет размер большой. Вот, просто, ну, совет, не совет, знала, не знала, ну, в общем, да. Окей. Ай! Какова вероятность, я нечаянно, суицид не выход, какова вероятность отравиться обычной курицей? Да ну, да ну! Просто единственную съел, максималочку словил сразу же, офигеть. Да. Можете отправлять торговые сообщения, как трейд фи-арчери. А чё, не работает так? Там что-то еще дополнительно, наверное, прописать надо, не знаю. А, о, так. Чё это? Ну, я отправил. Чё-то ничего не поменялось, Ань. Ты меня обманула. Почему я? Нужно было кого-то приветовать. Как это? Обвинить. Да, что, а?
Ага. Пойдем постреляемся. Давай пойдем с луков постреляемся, пожалуйста. У тебя лук хороший. Вуф, вуф. Так, а, в смысле, у тебя что, второго нету, что ли? Вроде сетов там тысяча миллиардов лежит, а... Ну, вон какие-то есть. Ну, смотри. Тебе будет легче, потому что я даун. Зато у меня лук будет получше. То есть бесконечный, как бы, да, ладно, ок. Ну, там посильнее, наверное, я... В общем, ты и так играть умеешь, а я нет. Левел потрачу. Надо все скинуть. Короче. Играем по привату вот этому белому. Ну, бегаем где хотим. В здание заходить не... Ну, кроме твоего дома. То есть оно такое открытое, полуоткрытое, непонятное. Вот. Это не дом. Что это? Забей. Не забью? Что это? Ну, это должно было быть дом, но я не умею строить. А, понял, понял. Так, ну все, я сейчас графику на... на фаст ставлю, подождите. Green Cloud. Все, все. Синк. А я вообще не понимаю английский этот. Страшно. Ладно, ставлю так. Все, давай, я готов. Я не вижу твой никнейм. Начали? А где ты? Я пока тоже тебя не вижу. А, о, прекрасно. Короче, за белое не выходим. Все, я понял, побежали. Ту-ду-ду-ду. А, все, вижу. Мне кажется, тут на один выстрел. По сути, да. Боже, что? Не убивай. Да ну! Я нечаянно маяк нажал. Да господи. Да, это маяк, все. Все? Да, я умер. Вот я. Не трогай. Так, мои бачи. Заново. О, моя голова выпала. На, держи. Дарю. Спасибо. Поехали. Стой, нет, нет, стой. Давай. 3, 2, 1, погнали. Куда-то пошла. О! О! Да ну! В смысле, ты умерла, что ли? Да. Серьёзно? Чего? В смысле, в голову, типа, потому что попал? А почему ты... Ну все. 3, 2, 1. Поехали! Я не знаю, честно. Просто с этим... Чего? Что? Ты что, пьяная? Когда ты... Ты меня убила, если что. А, да? Да. У меня фулл хп, у тебя как там? Нормально все? В голову. Хедшот. Кек, вообще кек. One shot, one kill. Так, ну давай, я готов. 3, 2, 1. Да ну! Да блин, опять на маяк нажал. Да го... Да ты гонишь. О, я умер. Ты меня, короче, взяла, столкнула за границу, во-первых. А во-вторых, еще и... Сейчас я хом сделаю. Ну, в заграницу, это классно. И, ну, я упал там в пещеру, короче. ГГ, на, держи. Так, у тебя фулочка там, да? Блин, ну то, что я не попал, конечно, когда мог, это блин, обидно, неприятно. Да. Так, дай спрятаться. Открой глаза. Я отвернулась. Я спрятался, окей. Давай, поехали. Не, в здание я как бы не лезу. А! Да ну! Я лук из руки убрала. Да ты гонишь. Да нет! Аня, ты... Аня, ты гей.
Я знаю. Походу, я в какие-то шутеры вообще никогда, походу, не научусь играть. Это мне тяжело прям. В смысле? В КС-ку? А? В КС-ку. Так я не умею играть в КС-ку. Я единственное, на чем там плюс-минус умею стрелять, это АВП. То есть все. На каких-то калашах это я не понимаю, как это стреляется и вообще как это работает. Честное слово. Попробуем поставить сенсу поменьше. Ой, даже да... здесь в майне. Да? Мы меньше? Нет. Почему? Где, кстати, эта штука? Ну, Controls. Sensitivity. У меня стоит на 60%. Сколько? 60%. Ну, давай, допустим, я попробую, да? Поставить, ну, у меня... Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то медленно. Слушай, давай на 80 поставлю. DPI 1800. А, не, у меня, наверное, DPI где-то в районе 400. Ну, типа, мышка там, что она там, 200 рублей стоит, которая офисная такая, ты помнишь? Вот. Ой, а кто там второй? Чувак какой-то. Он здесь сделал, мне не нравится. Уйди от меня. Или ты в меня все-таки попал? Нет, попал я в тебя, да, я в тебя целился изначально. Но я просто чел еще увидел, я такой бам-бам. А чё, чё ему надо? Григорьев. Не знаю. Он пишет в чате. Чё пишет? Хуи строить мне. В смысле? Стоять. Сейчас я ему расскажу всё. Это башмаки. Вообще-то. Все, пошел отсюда. Сейчас по факту его разнес. Чё? Сам ты. Так вот, звездочка. А это башмаки. Сейчас смотри, минус ты. Иди отсюда. Так, все. К нам один раз прилетал какой-то тоже барс. И подо мной, короче, копать начал, прикинь. Что? А, это клан у них какой-то, что ли, да? Не, это привилегия какая-то, типа... крутые. Деформируйте. Деформируйте. Потом... Слышишь, дед? Дед. Ну, кого-то зовет. Не буду я убирать. Шмаки. Ну, блин, башмаки же, алло, даже на самом деле реально не похоже. Ну, блин. Это уже каждый, кто как испорчен, сори. Ну, типа, я понимаю, то есть, по факту-то это да, но по факту и нет. О, иди отсюда. Башмак. Это дом в виде башмака. Дом в виде... Слушай, а чё они прикопались-то? Моё дело. Какие пчёлы? Да. Чё он там смотрит? Кого он там выглядывает? Чё ему там надо? Он там чё, детальки какие-то рассматривает? Что? Ломаете? Нет, всё, нет. Нет. Вещи или бан? Подожди, а сейчас никнеймы какие у них там? Тоха, управление, это что? Какие у них? Кто они, что они могут вообще? Ну, вот они, нажимаешь штаб, нет. У них почти в начале. Да, вижу. Нет, я вижу, но что они... Лесом словом. Я не знаю. Не имеешь права. Моя частная территория. Прописано в законе. Че ты? Вы извините, вы сломаны. Да-да-да. Ой, Аня, сейчас по факту разломаешь. Пошли отсюда. Просто буду стоять на этом доме горой. Пишу, если вы так это представили, это ваши проблемы. Матвей. Человек дом себе веди башмаков. Что он сделал? Кто меня куда кинул? Вы находитесь в лобби теперь? Чего? Причина, вы были отключены от сервера, вас кикнул. Играй, я тебе сразу... О, я агрессив. Так, дайте мне... Как войти? Выживание. Домой. Привет.
А все, они ушли, да? А, нет, почти. Нет, они все тут. Вверху. Четверо, понимаешь, четверо. Четверо, слушай, устраиваем шоу. Даунлист, что это? Ух, ух. Пошмаки, по факту. Я. Я построил башмаки. Вы забанены. Кто? Меня кикнули. Да? Забанил консоль. А я чё? Тоже, да? Нарушение правил, забанил техподдержка. А как? А все навсегда? А как это? Аня! Вы наигрались, все? Игрались. Ох ты ж, ты ж, ты ж, ох. Эх. О, у меня... Не уважает башмаки. Уважает? Не уважает башмаки. Я не понимаю таких вообще людей. Классно. Так, а чё, я больше никогда не войду сюда, что ли? Ну как, не войду? Ну, можно им куда-нибудь написать, сказать, что ты больше так не будешь. Кого не буду, я дом построил. Ну блин. О, деды воевали, я не могу. Я в шоке. Я пойду жаловаться. Куда там писать? А у них вон пишет minebars.ru. Minebars.ru. Все, я сейчас пойду разматывать по факту. Так, переключаюсь с ОБС на вот так вот. Где эта хрень? В окно. А вот, работает все. Майн. Майнбарс. Серва, сейчас выйду. Не играю детенинка, или прям что за зависит. Да. Так. Правила, во-первых. Общие правила. Незнание правил не сажает ответственность. Начав играть, вы автоматически подтверждаете свое согласие. Вправе наказать игрока по причине не указанной. Чего? Что? Ты понимаешь, что это за правило? Чего такое? Вася. Конечно. Что за... Ой-ой-ой, что такое? Превышение полномочий. Три. Ты понимаешь, что тут написано? 1.3. Первое общее правило. Администратор вправе наказать игрока по причине, не указанной в настоящих правилах. Что? То есть, ну, я могу забанить просто так, по факту. Но это получается так. Бред. Игроки обязаны выполнять требования администрации предписания. Окей. Ну, это, видимо, было нарушение правил. Ну, вот это то, что я, типа, как бы... Окей, ладно. Администрация идет логи всех действий игроков на сервере и всех сообщений чата. Администрация имеет право корректировать данные суд правил без удовлетворения игрока, совершенно на сторону администрации игры. Аккаунт ник не должен содержать мат оскорблений. Запрещается представительство аккаунта третьим лицам. Сори. Ответственность несет владелец аккаунта, независимо от того... Ага, запрещена продажа, передача... Простите. Восстановление взломанного забытого пароля платно, перенос на... Да? А чё мне бан закинули? Да ладно, Став, ищи новый серф. А чё за ролс? Что? Чё за ролс? Помнишь мой дом? Ну? Ну вот, теперь его нет. А бан там не за что? Док, ты в клане нашем. Ты владелец сервера? Ой, сервера. Региона. Микрофон. Смотри, мне кажется, да, типа, это может быть либо из-за того, что мы в клане в одном, поэтому всех сразу решили. Всех, просто члены строев, так сказать. Ну, ты был в сети, и, по крайней мере, они точно ник видели, пока ты стоял. Ну да. На этом все. Ну, короче, да, мы проиграли эту войну. Да, именно войну. Мы отстаивали как могли. По факту. Блин. Слав, ищи новый серф. Чего? Вы что-то им писали? О. Вот владельцы, что-то они, я, что-то там. Ну. Я построил башмаки. Ну я написал, то, что типа это башмаки. Я сломаю хуй. А ты видишь, ты типа зашел, да? Ну, трансляция же идет. Нет, у меня этот... Сейчас, как сказать. Ну, чат есть. Сейчас агрессия, хуй, вот. Костя. Че-че? Где вы?
Ну и чё, и чё, и чё? А в чём, почему забанили-то? Вот они, Потому что ломаю. сказал чел, ну я забаню, а нет, ну. просто то, что сломай или я сам сломаю. Я написал нет, всё. Ну и потом там что-то еще было, но потом забанили. Меня, Аню. Типа навсегда всё? Ну, видимо, да. Ну можно написать им куда-нибудь. Ну типа, нафиг надо. Ну да, это там... Мы столько выбили. Подали в Бэдварс тогда. Заходите в Бэдварс. А куда заходить? Ну, тоже серф, просто Бэдварс. А тут он разве можно? А у меня айпишника нет. Что-то как-то, как там его? Могу скинуть сейчас. Подождите только сейчас. Только вон, видишь, там проспалено. О, да. Ну вы даёте, а. Так, все нормально, где-то. Только отошел, зачем? Произошел бан. Так, Бэдварс, да? Угу. Ой, может, пять? Реально можно? Стой, не прыгай. Все, погнали. Раз. Статистика по нулям. Два, три. О, выберите команду. А как? Красных, красных. Как? Красных. На кровать нажми. А, все. Выбрал. Да, все, втроем уже. А что делать? На паркурить. Нет. А, тут. Я упал. Ты лох. А, что делать? Это как вот то, что мы играли на Last? Ну, то, что вот, да? Ну, типа того, да. Типа... Какой кровать нужно сломать, да? Угу, угу. Именно одну, я, кстати... один раз. Да, один раз. Я, кстати, о, лох. Что случилось, Ань? Да, Ань, на последнем блоке упал. А. Ты там меня застопил блок. А, вот, я, да. Я, кстати, даже не знаю, ну, не помню, как играть. Там кровать чисто наша. Сложно. Так, что делать? Тут блоки только одному человеку. Забей. Да, я там... Дай блоки, Дим. А, где так, смотри, тут есть. Это... Сейчас на нас нападать будут, возможно. Три золота, железо, бронза, терпи... А, бронза это вот. Сверху воруйте железо. Угу. Тут спавнится? Сверху, да, железо. А я... А, реально. А, так, так, медленно, офигеть. Слушайте, давайте я его сейчас все скину. На синий идет. Я вообще по нулям. Help. Где идет? Упал, все. Еще я вниз кидаю, короче, рез. Окей, я просто бесполезный, типа. Я драться от слова совсем не умею. Ей, спасибо. Зачем? Минус один. К нам, там, пробежал, убил все. Добейте. А что за сердечко 20? Это сколько у тебя хп, да? Наверное. А, не лук скилл скоро. Стой, сердечко 20? Я не вижу. Он в чате. Скорее всего, сколько осталось. А, сколько новых надо? Смотря какой. Ну, блядь, обычный для начала хотя бы. Обычно я и так могу купить инфинити просто. Окей, давайте сделаю. О, можно мне тоже? Блядь, нету. Давайте я сейчас еще разбегу свет. Я куплю. Щеки, я железо синий, кидаю, все нормально. Синий. Синий, реально синий. Отстреливай. Ой, это тупо я, чел. Вот этот чел, это тупо я. Людей не видно. Далеко. Это специально, чтобы не настреливали. Да, тут, в принципе, карта такая открытая. Угу, кстати, согласен. Что? Так, ну, короче, мне надоело. Чел синий, два синих. Один жив. Есть кто-то, типа, свободный? Могу отдать свой. Ну, а. Как бы, окей, спасибо. Пойдем раш синих. Стреляй. Красиво. Настреливай.
Убивай обоих. Убивай, говорю же. А кровати где? А. Вон кровать, да, все, устройся. Все, кровать. Она бежит, она бежит. Чел, еще сзади, сзади, Аня, а, все нормально. Все нормально. Я в тебя верила. Чувак. Все, синих нет, да? Угу. О, нет. Зеленый. Он упал! Это челы моего уровня просто. Золото кому надо, мне оно вообще слово совсем не надо. О, скинь. А, еда, еда, okay. Дайте еду. Вон зеленый. Найду, скину. Uh-huh. Дай золото. А чё, я отдал уже, окину туда. Ну, а, типа, либо ты поднял, либо Аня. Вот. Это челик. Я вообще, да. А, это челик. Сейчас беду к вам. Да все, мы выиграли. Забудьте. Можно следующий начинать. Да, прям выходим. Заранее. Боже. Чел свой, я так испугался, честно. Так, зеленый, пойду побегу просто. Все, пошел воевать. О, у тебя меч лучше моего был. Или у чела, не знаю, как. Что-то Маня уже затащила их, все. Че? Не знаю. А, ты прошла. Что ты делаешь? Ну ладно. У меня нету этого, кстати. Ломать нечем, ну ладно, я тут прокопаюсь. Дэш. Не, иди ломай сама, у меня нет чего. Я убиваю их. Да, изи. Куда, куда? Синий, красный, красный. Синий. Нет, красный. А, мы красные появились. Ну ладно, все синий. Я так понимаю, нас снова кинули в красный. Ну да, там, типа, я так, ну, не меняю, да? Да пофиг, синий будет. Ну мы уже синий, все. Выберите команду. Чувак, давай. Дим, ты с нами? Чё такое? Где? Ну синий. Да. Да нет, красный синий, парни, синий. Вы чё? Парни. Блин. Парни. Да ладно. Можете назвать меня девочкой? А тут все синие, слушайте. Нет, только мы. Так это нереально. А чё они, ну, вот на спавне остаются? Сами фэк. Ловушки, трэп. Так а никто команду не убирает, и что-то вообще это какое-то ожидание. Угу. 3-16. Это мы типа трое, да, нажали синий. Они, может, тупые, не понимают, что надо делать. Ну вот кто-то же есть красный. Но они не выбрали. Okay. Реально никто не выбрал, вообще абсолютно. Никто, кроме нас. Ну потому что три человека, это мы. Ну если не мы. В синих видишь, ты вот нажми на кровать и увидишь, что в синих только мы. Да. Скажите, когда начнется? Ну хуй никогда. А типа. Покинем. Нужно команду выбрать. Ой, куда ты вышел? Ну там на этот, на слизи нажми. А зачем? Ну, типа, они не заходят. А. Так, нам чё? Раз, два, три. Во-во-во. Давайте, жёлтый. Всё, скоро начнётся. Бан или вход? Эх, за башмаки забанить? А почему они реально подумали, что это пепка? Ну, они, скорее всего, затрикерились, потому что мы их убивали с Аней на ПВП много. Да, попросту нас банить, и всё. Не факт, кстати. Читинкс. Ну, может быть.
Типа, это не были те чуваки, которых мы поймали, точно? Один из них был, ну они вот этот вот... Слушай, мне кажется, не все друг друга знают. Да, типа, просто тот человек сказал, что... Ну вот, возможно, да, там сказали, типа, о, там нас... Так, мы всех разнесли, мы пришли, всех убили, никто не хотел на пол, по чё ты хочешь? Конечно, они... Полюбас не нас запомнили, и всё. А тут такая херня, что у нас член на базе. Башмак, сори. Не, ну они говорили, типа, сломайте. Да пусть сами ломают, чё, офигели, что ли? Ну, он сказал, да, типа, если не я, если не вы, то я. Ну, пусть ломал, пусть он меня, ну, так он меня взял, забанил, потом Аню. Потом меня. Сначала меня, вообще, да. Чё-чё? Сначала меня. А, да? Ну, я, да. Кво? Вот ты замуж получил. Я? Угу. Пал? Чё, тут падает вообще что-то? Вот на. А чё зелёных нет вообще? Ну, не успели выйти, наверное. Ой, я взял железо. Как я специально его кинул? Ну, я его не хотел брать, типа, на сутер строй всё равно. Было страшно. Ань, блок есть? Да, иду строиться. Чё-то там купила, у меня меч, броня. А, ну вот как у тебя. Ой, тут ещё блоки нужны. Могу принести. Да, принеси блоки, пожалуйста. Я скину половину. Так, только я не понимаю, магазин, блоки, какие? Сам... А, обычные, глиняные. А, как выбраться? Сори. Бегу. Блядь, чел без мозга. А куда кинуть? А. В центре внизу. Вот. Все, кинул внизу. Угу. Я вижу, просто строится еще Тима. Чему? Я скинул. Он просто ударил. Ой, красный, я убит. Я тоже как убит. Так? Он с читами, слышишь, там аккуратнее. Ну не с читами, а с вопросом. Николас 13. 13 хп мост. Чего? Угу, все, наигрались. А, ну. Так чел с читами, он не толкается, что ты хочешь? Так он, да. А че он реально не толкается? Ну, читы, потому что качал, играет. О-о-о. Готовы? А, не чисто. Сейчас, репорт. А как это делать? Ну, давай, репорт. Ну, репорт. Репейр, да? А причина как? Как его зовут? Сообщением, да. Ну, 4-4-3-4-5-2. У вас недостаточно прав. А вижу. Нету жалобы на игрока успешно правильно. Данная команда не сыпет. Ну-ка, репорт напиши, как пишется. Репорт. Меня даже ник не предлагает. 4-4-5. Ну, а может, в другой сессии. Да. А, 4. Жалоба отправлена. Ну так напиши, как они, только еще потом читы в конце. Причина. Пользование читов. Пидорас. Строит башмаки. Помасти, пидор. Блин, я отправился. Я тоже. Давай, Аня. Выбирай. Аня. Желтую. Иду, бегу. Быстрее, Аня. Все, у меня зеленый, красный, синий. Зелёные. Ага. Всё. Зелёных. Ну, наверное. К нам читер опять зашёл. О, вижу. Четыре, которые. Да. Пахту. Строят башмаки в РЖ. Надо вдвоём его забивать, либо втроём. О, Эмфрост. Челы подъехали. Это который с нами играл. Что говорит? Что? Замечу. Через лечо. Ну ты беспалевный. Понятно. О, прикольно. О, я играл на этой карте, как-то давно очень.
Так, я не помню, а где ресы, сори? Я не помню, вот кровать... А вот они, да, плывут. Плыву, да, иди обратно на спаун. А, в доме? Или это только железо? Ну, только железо видно. Где бронза? А чё, в магазине наверху, есть за бронзу? Наверху. Нет, наверху нет, кровать. Нет. А, Слав. Чё? Чё? Угу, да всё. Дошла? Где? Так вон, у Димы стак. Не, потому что мне скинулся он. Да, ну он, наверное, застрял там. Ну, может. Так, а куда строится? А вот. Можете еще еды купить. Купил. Ты понимаешь, что надо сразу одеться, чтобы купить этого человека, который с читами? Надо сразу узнать, какой он команде и слить их. Куда золото взять? С центра? А, да, с центра. Нам надо луки. Ты что так медленно? Есть, я скину еду там еще. И да, там еда есть. Да, сходи, купи еще. Я достроюсь вроде. Че еще купить? Броню себе купи. Ну ты ему тоже деньги. Че, я скину? Я на золоте. Это ты? Это читер. Иду. Он убил. Ну это пиздец, там тупо читак. Без шансов. Ну он половина хп, кстати. Но... Да, там больше не снимешь. А, кто? А. Пози. Прекрасно. Убили. Пиздец. Я просто не знаю, что с этим делать. Нет, уже он не толкается, это типа Unreal. Тупо стоять вот только если у лестницы ждать его. А нам душношные луки, если будут луки, мы завалим его. Вы в курсе, у него еще этот битхак есть? Потому что он быстрее. Да, да он, да он только что вообще пролетел мимо всех. Он на центре. Да. Отходим. Так а что ты, в смысле, а что ты сделаешь? Блять. У меня опять как сзади. Это тварь? А, он строится. Неплохо. А, так это реально читер. Походу. Ну слушай, есть план? Нет препятствий. Пошел отсюда. Тихо, все, не знаю. Да нормально, забью, все, дома посидим. Ань, дай броню купить. Или купи броню просто. У меня только вот меч. Стойте, нате. Вот эту хрень. Ого. Наверх посмотрите, а то у нас бац, кровати нет уже. Нет, там нельзя залезть. Там вообще нельзя ставить ничего? Вообще нельзя. Реально. Не залезть именно сверху. А, да? Ну, всякий случай. Так, он копает. Или ты... А, это ты строишь. Да. Да, вы, конечно, звуки услышали. Я вообще без каких-то звуков играю, я прям... Ну, не слышу их. Так, ты куда пошёл? На центр. Пойду синих сломать попытаюсь. Я с тобой. Так у меня единственное. Подожди, куда я побежал? А где синий? Так это же с нами чувак играл, который. Ну тоже читер. Не-не-не, да, это нормально. Я скинула. Еще. Блоки только можешь дать. Блоки, да. А железо можно? Да. Чем какой-то? Ой-ой-ой. А, это шитор был? А, понятно. Чё надо? А, всё надо.
А вот тут еще можно заставить жить. Можно, в принципе, состроиться так нормально, просто весь фул прям так, вот так. Они просто. Шел читер, читер. Как читы, брат. Мне интересно, у него есть типа этот. Ну, он видит нас вообще. Через стенки там еще что-нибудь. Ну вот если нет, было бы неплохо. На центре. Так, не, Дим, ты тоже себе покупай броню? Он к вам, скорее всего, пришел сейчас. Я Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, он блин, реально ски... Да, он реально скиллауры с этой дурацкой. Руками, руками, руками! Живите, 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 сейчас приду. Я там прям лезь наверх, чтобы не дать ему блок ломать. Я вас... он не может блок сломать. Но... А, он гей. Молодцы. Вы его убил? Угу. О, как я ты рукой, что ли? Окей. Подожди, а где мой меч? Ага. Где мой? А как? Ну, тебя убили, наверное. Нет, сейчас я его купил. Скину. Да, реально. Спасибо. Нет, нереально. Не, эти читы, конечно, с постройкой, то, что шок какой-то. Тупо просто бежит. Это шок, да. И ставит, ну, то есть просто бежишь и ставишь просто блоки перед собой. Ловушки купите, чтобы этот... Пошёл. Блядь. Ну, я типа в том сайте был, но он слил сейчас. А, подожди, вещи не... Да? Не упали? Да-да-да. Ловушки. Кто-то еще тут бегает, я за Дима. Это я. А, да, за базой. Я не понял, что за ловушки, Слав? Подожди. Сейчас, подожди. А, ловушки? Тихо, по-моему, он бежит. За 3 железа продаются. В специальном? Угу, в специальном. А, TNT? Там нитка. А, нитка? А, окей. Так, держите ресы. Я могу попробовать куда-то мне побежать. Ну я на центр сбегал, типа, и только что, считай, в том плоти был, он убил меня. Вот он прошел. Пришел. Я его зародиться не успел. Он меня через стену убил, понимаете? Он поднимается, нет, нельзя дать сломать. Он первый блок сломал. Блин, убил. Все, походу. И пошли. А тут еще один синий приперся. Это весело, наверное, с читами играть. А есть еще мини-игры какие-то здесь? Да, давайте выходим. Да, сейчас, я еще живу, я хочу сломать им кровать. А ты живешь? Скайп. Я типа убегаю. Водные игры. На скайблок. Вот голодные игры звучит неплохо. Как ты вышел? Да, ну он добежал. Компас. А, вижу. Сундук. Не, давай Skywars, Я не у него такие пубаня. А, на окей, Google игры. Skywars это как? Skywars это Ender Pearl. А, не. Ну, я слабый. Не, я могу поиграть? О, чел, такой же скин, как у меня. Он... В голодные игры идем? Да, погнали. О, вижу, да. Пойдем, в play. Вот play. А, не, иди сюда. Что, вообще народу нет, да? Погнали Skywars. Ты скин украла. Да, у твоей мамы. Нет, ладно. Слишком примитивно, сори. Все, Skywars. А, нет, вот эти автозаход, а потом Skywars. Иди сюда. Вот автозаход.
А, нажать? Угу. А, ну, давайте. Как-то тут можно. Nice. А, два игрока? А, мы типа против друг друга, я понял. Ну, привелся, походу. Ну, типа, о, я вышел нечаянно, сейчас я... Автозаход нажимай. Я могу это с двух пинков зайти. Очень интересно. Карта, кстати, крутая тоже. Да, да. Я же давно не играл в голодные игры. Я все детство на этой карте проиграл. Как прошло детство? Чисто на улице, там где-то за гаражами, там тупо эта карта. Да не, кукурузческая карта. Невозможно даже. Никто не заходит. Skywars. Жди. Да, раз, два, три. А, мы друг против друга. Ну, кто выиграл, тот чемпион. Так. А, нет, эта шняга, кстати, да, нормальная. Это топовая. Мне нравится эта штука. Да, я просто подумал, что это с развитием что-то связано, но это нифига не с развитием. Не, ну. Делать, у меня блоков нет. Как это вот в сундук залезть? Какой? Какой? Если что, нет? Второй сундук, который... Дрон! Дрон. А, там реально есть еще один сундук, я нашла. Оно... Откуда один? Че? Блин. Откуда у тебя Дерпёрл? Ну там были в сундуке. Я упал. А, серьёзно? Подожди, а Аня одна осталась? А, нет. Шок. Подожди, а почему мы не играем на хайпикселе? Потому что у меня лицуха сломанная, наверное. Там на хайпикселе нету 1.8. В смысле, чего нету? 1.8. И вообще-то там только 1.8. Реально? Там нет 1.13? Да. Ань, ну мы следим за тобой, давай. Там сундук есть. Да, я на хайпиксель попробую зайти. Как там он пишется? Слушай, а почему ты не можешь зайти? А, меня забанили там 10 лет назад. Я типа аккаунт свой забыл. Кто-то с него зашел и все, типа. Ну, типа, за читанием побегал. По кайфу был телефон, наверное. То есть, а я смогу зайти, да, хочешь сказать? Не знаю. Скорее всего. А у тебя, ну... Доступа к почте нет? Не-не-не, меня забанили. Посмотрим. Баны иди, типа, и все. Ой, я упал. Попробуй на хапить, когда зайти. Что? Да как этот сундук открыть? Неужели не? Эту херню? Не? Да-да-да, попробуй на хапить зайти. Ща. А как это? Он прям так и в серверах как пишется. Сейчас скину. Вот так пиши. Если зайдешь, то, Ань, скинь какую-нибудь лицуху рандомную. Попробуй тоже зайти. Так, 9000, ничего себе, вау. Зашел? А, сейчас. Награды какие-то, ваш левел 5. Да вроде бегаю. А, ты зашел? Ну да, бегаю. Ань, скидывай какой-нибудь, лизу какой-нибудь. Чувака там набью все-таки. Хава! Все, я выиграл. Players hidden. А, нужна лизуха. Сейчас. Ну, а Сниглина подойдет? Нет, вроде не помню. Билд батл. Пойдемте билд батл, пожалуйста. Можно будет. Реально, я вас умоляю. Что-нибудь вообще рандомное, чувак. Блин, да сейчас. Хай клэш, хай пиксель, да, блин. Турнамент холл. Слушай, прикол. Хайденсик! Так у Димы зашло нормально. Угу. Ну да. Давай тебя ёжика тогда скину. Ну как-то... Ладно, окей. Так а чё, как будто Гриша играет на
пиксели. Почему, кстати, не играет? Вопрос. Это к нему вопрос. А, то есть он может, да, зайти, но не хочет. Ладно. Оставим. Ну, сейчас узнаем, может он зайти или нет. Блин, а вы... Что с тобой? Сейчас плохо будет. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. 10 000 уже. Вообще классно. Да, зашёл. Зашёл. Да, прикольно. Чё, куда? О, господи, сколько всего. Билд батл, сверстак. Этот. Компас. Я зашёл. Говорю, сейчас плохо будет. В чат смотри. Смотрю чат. Archery has invited you. Джон Хипатик, ты here to join. Так, и чё? Ну всё, Билд батл отходи. В смысле, мы вместе сейчас будем билд батлиться? Ну, она типа нажимает, и мы заходим к ней. А, окей. Короче, просто жди. Окей, жду. Ну, билд батл, да? Да. Так, чё это такое? Всё, мы залетели. Блин, you can use plot of to spice up your plot, abuse is bannable, окей. Так. Чё там abuse? Не знаю, я не понимаю английский. Сейчас меня забанят. 4-3. А мы вместе будем или так, типа? Uh-uh. А, ну всё, прекрасно. Так, а как понять, что строить? Какая тема? Build battle, what now? А, я что понял. Делать? А. О, вот это хочу. А, нельзя. Как голосовать? Уже все. Все уже проголосовали. Когда успели? Я тоже не успел. Кастомайзер плойд. А что, уже можно строить? Угу. Ты влетела? Ну сейчас попробую перезайти. Пацаны вообще красавчики. Не, вообще никакие сервера недоступны. Что случилось? Все, я наигрался. Так, слышишь? Карандаш не обзывай. Да, я перенашла. Где блок с этим, с углем, алло, деды? Я не могу его найти. В блоках, в самом низу. Реально? Ничего себе, ты запарился даже. Что угли там ищешь? Чтоб красивее было. Сколько времени осталось? 3 минуты, боже. Три минуты. Почему я? Что-то я как-то, мне кажется, фигово, ладно. Типа, по масштабам маленький. Еще не поздно взять больше. Да не, я фиг с ним, я просто чуть-чуть, может, по детализированию буду, типа, делать. Может, какие-то мелочи, я не знаю, на самом деле. Блин, ну я не знаю, я люблю этот режим. Просто строишь, фанишься, чё. Ну, типа такого, не знаю. Я вырос на ПВП. Хочу ПВП. А я вот не вырос на ПВП, жалко. Я тоже на ПВП. Ну, идите играть, я соляного пойду. Блин, я бы еще в ХС поиграл. Жестко. Но это уже потом как-нибудь с Лару реально залью. Ну слушай, я тоже могу в КС пойти. Ты скажи, когда я скачу. Да, кстати. Вы... Нет. ХС, Hide and Seek. Про ХС, деды. А, окей. Все сразу, все, желание отпало. А что такое Hide and Seek? Прятки? Прятки, да. Да, ну в прятки тоже могу. Топ-тема мне нравится. Тоже много играл в прятки. Вырос на прятках? Не, на ПВП. 2 минуты, в целом, ладно, неплохо. Я не знаю, поймёт, кто это вообще, что это такое. Ну, сори, конечно, строю, как умею.
Что-то я такой сейчас сижу и понимаю, что какой-то реально кал получился. Ну, типа, знаешь, идея такая в голове какая-то есть. Потом ее нет. Секунд. Что-то такое если получилось, честно. Ладно, все, ФК встаю, не понимаю, что происходит. Это не я строил, да? Это не я строил. Так, ну ник вы мой не помните, это прекрасно. А? Помню. Okay. Все, вы забыли мой ник, никто не помнит. Слав, кстати, а чей этот аккаунт, который вот ты мне дал? Рандомно, забей твой. А. Так. Если чего, он типа сломанный. Но я так. Да. Ставь красные глаза. А. Ну, он пиксель-арт, это вообще тупо. Плохо. Прямо, вообще не объёмно, и в один блок. Плохо, плохо. Чё это такое? А, пластик. Ну, окей. Нормально. Мяу. Мяу. О. Воронка. О, точняк, сильно, слушай, сильно. Неплохо, да. Сильно. Это реально хорошо. О, он даже нарисовал, типа, то, что... Слушай, тоже хорошо. Блин, а я не успел проголосовать, алло. А, успел. Нет, вот этот, мне кажется, самый сильный, вот этот. Капец. Этот, слушай, какие же... Что происходит? Сейчас я вашу увижу, Да, моя голова сразу говорю. Ниглан, что? С Ниглан? Это... Это вот, да, Слава. А, с Ниглан, да. Я думал, это Гриша. Я не успел проголосовать, я такой, ну, о, боже мой. Что такое себе? Ну, точилку сделали. Тоже такое себе. Чем-то похоже. Мяу. Так, Ань. Так, а карандаш это? Такое себе. Вот это карандаш, да? Вот это вот тема. Да, пять этих. Пять блоков. Так, а. А, что это такое? Понятно. Что происходит? Что? Сори. Если вы ужасно натопите, то он взорвётся. Да? Угу. Ой. Ну все, ставлю этот, короче, Legendary. Да, я тоже. Ань, мы за тебя. О, тупо. Вот, кстати... А, мне показалось, ладно. Мой копипаст. Зовут меня скопипастил. Чего? Что? Не помогло. Я 13-й. А где моё? Как понять? В чате. Там, your score, ну, вот winners, your score, и потом... А, you earned, ага. Какой ты? 10-й? Ого. Ну, я вообще худший. Давайте еще раз, один раз, раз, да. Здесь, кстати, еще промод. Это что? Меньше там времени? Там дается, наоборот, больше времени. Там тема не, более. Не надо. Давай. Да, давай дефолтный, типа. И так. Там еще есть доступ небольшой к World Edit. Это что? Что такое? Вот это вот как раз ван, когда вы прописываете, только вместо привата блоки там сетите. Я понял. Копируете что-то. Понятно. Ну это алмазные блоки тут будут. Все, фигня. Чего? Отмена. Ой. Уже, походу, я буду в Майнкрафт играть теперь постоянно. Мне, кстати, если плюсуху не забанили, я, может, уже камал был. Вот это хочу.
А чё? А как я голосую? А, все за химию голосуют, ну ку. Чё за химия? Я билет хочу. Только да, чё такое chemistry, типа, что это? Как это понять? Химия. Это натурально, да? То есть, чё делаю, чё хочешь, то и делаю. Ладно. Слишком сложно, по-моему. По факту, реально. Я даже не предвидел, что придумать. Но у меня говно сразу. Ну, брат, у нас у всех говно. Ну, такое, типа, относительно. Живем. Блять, было время, то один брал. Такое? Все плохо. Ты что-то мне даже не поставляется. Не смеши. Ты видел? Ладно тебе. Ну, типа, у меня, ну, да. Блин, я кривовато построил, ладно, бывает. Слав, надоел, не смейся. 3 минуты осталось. Я еще не начал, чтобы ты понял. Чего? Плохой режим, выходим отсюда. Знаете, типа чистая мораль, минус мораль вот такая. Бац и все. Понимаешь, что из тебя художник никакущий, да? Да-да-да. То есть тема слишком обобщенная. Ну да, все, надо фантазии. Нет, наверное, можно как-то привыкнуть, типа, ко всему. Я когда играл, я помню, темы уже повторялись, настолько уж много играл. Не знаю, блядь. Что еще можно сделать, типа? Говно какое-то. Не знаю, как у вас. Честно сказать, плохо. Лично у меня. Я вроде как... Пока мне более-менее нравится, что у меня. Осталось. Минута. Господи. Игра идиотов. Руки трясутся, не могу. Ой, все пиздец, короче. Блять. Минус 5, блядь. Так, ладно, парни. Пацаны. Парни. Да все, отстань от меня. Не трогай. Ладно, это все, что я смог придумать. У меня тоже херня какая-то.
Шок. Я старался. То же самое. Вообще, вообще фигня. Ладно, мы не, не самые худшие. Никс, там, это член. Слушай, это башмак, отстань. О. Ну, кстати, неплохо, да. Вот это я хотел построить, но я отсосал. Отлично. Ставлю отлично. Ужасно, сори. Сори, ужасно. По факту, реально. То есть, типа, сколько там? 5 минут дается, да? Угу. Вот. Ну, сори. Сори тоже. Ну, он старался. Вот он реально старался, походу. Ну ладно. Плохо, поставлю плохо. Нифига себе, чё ты выпендриваешься? Нормально. Ты посмотри на стол. Кстати, стол реально нормально. Ну, прикольно, типа. Стол клевый. В сравнении с остальными? При чём тут стол? Твой, посмотри. Не-не, вот это гораздо хуже. Так что, брат, ты там это, зря. Я не сначала строила, наоборот, сначала строила, все пыталась сделать, у меня в голове была идея, а там вот херня. Тупо пивка. Кстати, еще вот эти панели вместо блоков тоже классные. Там лучше получилось. Что-то я вообще не понимаю. Ну, типа, две колпочки. Нет, типа. Это я понял. А чё ты не понимаешь? Господи. А, да? Смотри, у меня коты просто воют от смерти. Так. Ну, нормально. Да, у тебя лучше. Не согласен. А чем я могу голосовать за себя? Ну, Legendary ставлю, сори. Это котел был или что это было? Второе. Да, котел и какая-то хрень. Колба, типа. О, я третий. Да. Так что не надо тут говорить, что у тебя плохо. Окей, окей. Го в прятки. Да, го в прятки. Ань, закидывай. Охрана за секунду, да, заходит. Угу. Сейчас надо выйти отсюда. А как выйти? Нам не надо, нам не надо. Нам пофигу. Не, я вышел. А какие прятки? Прям оригинальные? Не, hide and seek, hide and seek. Сейчас найду, если... Нашла их? Вот, палка горящая. Право снизу. Нет, нашла. Нет, ты пошла в аркад лобби. Вот, hide and seek. Проб хант или пати пупер? Чего хочешь? Проб хант. Что такое проб хант? Обычный вроде. А второе что, как называется? Капер пупер. Пати пупер, это там, короче, ты не маскируешься под людей. А, в животных? В NPC-шек, нет. Именно в NPC-шек. Не, вот это интереснее, мне кажется. А, ну тут, короче... Я чё нет. А чё за морковки? Чё за морковки? Тут вы предметом становитесь, а не... Ну да, так это нормально. Не, да на месте стоишь, когда предмет. А, не, ты когда... Короче, ты, чтобы поменять предмет, там время надо. Как мне поменять? Ребят, помогите! Правой кнопкой мыши ты подходишь к предмету, меняешь, а левой используешь какую-то способность. Как я нажимаю, я не превращаюсь. Надо не на блок нажимать, а именно на предметы, которые маленькие. А, да? Ну, я не понял. Чел бегает? Нет. Странно. Не трогай меня! Меня спалили. Ну, да. Такой режим. А я не знаю, куда они убрали оригинально. Убил. Смерть. Ладно, я бегу. Никому не нашел.
Он меня нашел. Я тупо шок. Смотри, не блоки, а вот эти микроблоки. Да-да-да, я понял. Вот он где-то. Я над ним хожу, этот блок, который с музыкой. Вон я, смотри. А, стой, извините. Я мотыга, если что, алмазная снизу. Сейчас. Я кирка железная на угле. Можно как-то захолдиться? Да, можно на месте стоять, типа не двигаться. Ну, то есть поворачиваться, но не. Ань. Чего? Я с мамой разговариваю. А, все, сори. Не бей, дед. Не бей, не трогай меня. Он лох какой-то. Боже. Вон, я вижу его. Он ко мне подошел прям вплотную, постоял, посмотрел на меня, хотя бы ударил. Или там хп отнимается. Я не кастань. Сейчас смотри еще раз. Типа подходишь так. Ты меч. Сейчас, да, я меч. Старался. А это ты подбегала? Ой, он меня зашел. Че, я могу подбежать левой кнопкой с мыши нажать и типа помочь тебе? Смотри, я просто по кругу бегаю. Зависит от того, какой ты предмет. Мотыга? У кого-то поймал, по-моему. Сейчас посмотрю. Да, она тоже встанет. А меч что делает? Тоже встанет. Я за ним бегу. Он убил кого-то. Я его застанил. Я хочу быть этим секиром. Лох. Ты золотой меч, я алмазный отбегу. Да, короче. Подходите к нему. Даете ему себя убить и убивайте остальных. Бегу на него. Челы, слышь, это не хайден сик какой-то, а это, ну наоборот. Все. Поймали нуба. Чел в стане стоит. Боже. А чё, он всё? Всё закончилось. Он ничего не может делать. Он слабый. Что? Мать, смотри, что происходит. О, в смысле? Он бежал. За ним. Вот он. Где он? Найти беглеца. Конец тебе. Боже, что? Боже, сам факт того, как это выглядит, типа. Одно сердце. Извините, слишком много предметов. Не убежишь. У меня фул как было, так осталось. Короче, это я все. How do I play? Он спросил в конце, how do I play? Как играть? Ладно, короче, все. Всем пока, спокойной ночи. Давай, пока. А стой, как пати кинуть? Ну, Пейн.
ты... Чё-то я не осилил. Чё? Не осилил дуру Иван инвайт кинуть. Сейчас я зайду, кину пати, а там лидеры и уйду. Кому лидеры кидать? Не, меня кинь. Опять тот же. Опять тот же. Так. Который сидер? Пати. Угу. А как принять пати? Да-да-да. Кого? Прям принять? Игрок спрашивает, прошает игрока в команду, у него есть. Я в отряде уже все. Да, все, ты лидер. Лидер свинчу. Ну, он вышел опять. Все, давай, пока спокойной ночи. Ой, пока ночью. Завтра, походу, на английский не поеду. Почему? С такими прятками. Так, а куда мы идем, кстати? Да давай еще раз попробуем. Да ну, оно как-то скучно, типа... Окей, гоу-лобби. Ну, как-то... Как-то не убивает чел. Я согласен, согласен. Либо он даун? Ну, то есть, ладно, не даун, но не может, не знает. Гоу в... Что тут есть-то хотя бы вообще? В ТНТ геймку. Чё? А, это где бегать надо, да? Давай, 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 давай. Тинтиран, давай тинтиран. Сейчас найду. Так, тинтиран. Вижу. Какой? Куда ты из этих? А, внизу. Понял. Нет, не понял. А как зайти туда? Куда? В Тинтиран? Угу. Сейчас нажму, смотрю, я просто не знаю. Нажмите, чтобы начать игру. А, все нашел. Всё как? Залетел? Да, да, куда залетел. Все. Сейчас покажу скилл. О, боже, да, это карта, все, да, да, да. Капец, 10 лет прошло, ничего не изменилось. Как ты выбрал именно Тинтиран? Типа, на что ты нажал такой предмет? На челика, на челика. А, ага. Там в лобби челики были. За счет PvP ТНТ тоже норм. Там что-то скидывает, типа догоняло, короче. Есть секунд. Боже, и выиграть. Easy to lose. Или 3, 2. О, господи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Криш, сори, не могу встречаться. Чё, Ержанич просит? Не знаю, не видел. Я умер. А, нет? А, тут левела еще есть какие-то. Да-да-да, тут же помнишь. Вот у меня здесь лагует сильно, честно говоря. Все, я умер. Эх. О, господи, я тоже сам не спал. Сори, бро. Давай-ка, вниз. Ничего себе тут. Так, а где ты? Как мне тебя найти? Ты на самом нижнем? Не, ну да, где-то там. То есть полететь, посмотреть. Не гляна. Я не вижу. Я там в углу где-то. Но я не на самом нижнем, я чуть выше, чуть выше. А, так, так, так. Ну я просто, ну у меня это самый нижний тут. А все вижу тебя. А ты один тут бегаешь? Бег. А, ну так ты тогда вообще скорее всего победишь. Вверху вроде знаешь никого. Сейчас посмотрю. То есть, типа, чтобы ты понимал. Угу. Постойте. Да нет, сверху вообще никого нет. Один чел там стоит. Чего? А, он это мертвый. Ну да, типа все, там никого нет, поэтому тебе просто бегать вот так. Вот 4 игрока, 3. Типа, скорее всего, ты выиграешь.
У меня еще тут поле не, мах... не паханное. Я тупо такой бегает. Рачелик. Ко мне идет. Да, идет один. Сейчас. Да-да-да-да. А, нет. Сдох? А, чего? Слав, походу, реально к тебе пойдет сейчас. Ну да. Да, Слав. Слава! А ты и он. Чего там, двойной прыжок есть? И, да. Никто не знал. Я пытался. Красава. На второе место. Это лучше. Клик хер. Как мне кликнуть? Куда? Чтобы заново играть, тут было написано. Кликните еще раз. Сейчас все будет, сейчас все будет. Так, вы на хайписе получался. Что такое, что такое? Ну, мне это Аня скинула аккаунт. Я типа просил другой, но она мне скинула. В том плане, что я думал, что ты тоже зайдешь к нам. Гриш, ты спамишь, у нас уже игра началась. Потом посмотрю. А я вижу, что ты круто написал, что типа... Поднимает твой аккаунт в топ. Спасибо, спасибо. Чё пирожка дать? Не знаю, двойной прыжок написано. Ах ты ж. Там у тебя еще написано, сколько у тебя двойных прыжков осталось. Угу. О, сейчас он меня спас. Я его нечаянно юзанул. Я ладка дальше. Ржан, заходи на стрим, брат. Нашел. О, братан. Нет. Кек. Канский. Чего я на следующую закину? Давай, давай, давай. Так, 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 так. Это другое. Это вроде бегать надо. Ну, догонялки с ТНТ. Вот это мне уже непонятно. Ну, тут типа сейчас узнаешь. Ого. Чего? Тикай. Куда бежать-то? А челик, у которого ТНТ. А, прикольно. Он взорвется потом.
Так тут есть смысл вообще прыгать? Ну, типа, если ты выше заберешься, то будет сложнее, чем люку тебе достать. А что тут, да, если ты нажал Shift, то все равно видно? Не знаю, не проверял. Вроде нет. Ну, типа, не видно. Просто, типа, спрятался? Все, сейчас смотри, следующему ТНТ переполёту. А-а-а, это так? Не. Все, челику придал. А, ты передал? Угу. Боже, какой же здесь угол, мне плохо сейчас станет. Это ты? Где? Это ты, походу. Кто? А что нужно сделать? Ну, просто выжить. Нет. У тебя ТНТ? Да, блин! В челика надо ударить. Ты меня ударил? Не знаю. Пожалей моих детей, пожалуйста, молодой человек. Эх. Чего? Что случилось? Тут у нас толпа целая. Я умер, да? Угу. А, ну все, окей. Сейчас я угол поменьше сделаю, а то... Что-то как-то плохо мне. Да ёпта. Нет, прикольный, кстати, режим. Смотри, показываю скилл. Готов? Мэй. Так я не это... Смотри, показываю скилл. Мэй, а скилл? Я не это... Мэй, а скилл? Как мне... О, все, нашел, как следить. Ого, вижу. Да ёпта. Это прикольно, кстати. То, что следить можно. А, залезть нельзя, понял? Ой, господи. Меня челик с ТНТ. За колонну слева. Понятно. Успех. Жизнь. Чего? Пошла нахер. Зачем другому поднасирать так? Ну, я понимаю, но... Ну, типа, ты его скинул с места хорошего, его могут убить. Теперь я лучше. Понял, но просто, ладно. У кого ТНД? А у вас не сбегает. Кто он к нам идет? Я хотел, да. Что, с каждым раундом скорость меньше? Да, все меньше. Не скорость, а время взрыва. Ого. Все. Сейчас бас на тебя падает. Не.
есть. Подожди, я не за тем следил, что ли? Как ты... А, ну все. Боже, я не за тем следил. Прикинь. О, пойду программировать. А за кем следил? За челом, которого ты нашел. Странно. Короче, тут два есть, или тут три. Самое жесткое один на один будет. Найти еще, если он где-то спрятался. Да нет, это уже такое тут место. Я тебе покажу, как выигрывать надо. Давай, брат. А, еще два надо. Не-не-не, еще трое. Трое такое, херня еще. Готовься. За мной? Нет. Ну все, топ-2 уже точно есть. По минимуму. Блядь, он со мной идет. Чего? Ничего. Смотри. Ты его догонишь? Не-не. Тут здесь хитрость. А, я понял тебя. Ждёшь конца и толкаешь его. Я понял. А он вообще такой не понимает. Нет, понимает, наверное. Изи. Реально? Лол. Красава. Жады. Еще раз. И я спать. Троим. Девку за пост не трогать. НТ не под это падать. Спасибо. Ля, хард какой-то. Изи. Челов бегает. Там чел с ТНТ тупо наверх побежал. Я тупо за этим, за динамитником бегу, который за челами наверх бежит. Кинь, короче, скин с головой динамита. Там есть такие. Ну вот. И, типа, вообще бегаешь и ничего не понимаешь. Ну, то есть ты бы боишься. Надо на цвет смотреть, Ника. Она тоже как бы... С какого раунда? У меня ТНТ. А, ну там 6к человек останется, 5-6. ТП-ши, да, ты имеешь в виду? Угу. Куда я? Слава, давай только не меня, пожалуйста. Да, я куда челика зарандомил.
Всё, нет, там просто белые, они прям вот вблизи. Держи! Я вниз! А, вижу тебя, вижу тебя. За тобой прыгнули двое. Твари! Игра дебила. А где там? Где мой босс? Ты застрял. Как мне? Вот я зри. Зри. Опа, и внизу. Дай. Ну ничего себе. Котяра тупая. Так, закатай двор. Ты куда? Куда? Еще один. Четыре. Ну все. Брат. Не, все. Почти. Их. Ну ладно, че. Под. Ладно, давай это. До завтра. Пока. Да, давай. До завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Всем пока там. Давай, ББ. Давай.